Югра из Ханты-Мансийска одержала победу над казахстанским «Барысом». Поединок между командами состоялся в Астане. Аутсайдер конференции «Восток» одолел хозяев льда со счетом 3-2, а «Барыс» увеличил безвыигрышную серию в КХЛ до 6 матчей. Отмечу, это уже 27-е поражение казахстанской команды в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. 63 очками она по-прежнему находится вне зоны плей-офф, на 10-м месте в турнирной таблице. Напомню, ранее руководство клуба из-за плохих показателей отправила в отставку главного тренера Евгения Корешкова. Сейчас его обязанности исполняет Галым Мамбеталиев.